Всем добрый день, всем привет из Восточного Подмосковья. Сейчас показываю вот вам прутья ивы. Срезали для того, чтобы сделать, обновить свою корзину. У меня была сделана корзиночка 3 года назад из таких же прутьев. Вот здесь она у меня находится, вот в этой зоне нашего цветничка. Здесь посажены верески. 3 года назад я сажала их сюда, приподнимала специально вот такую маленькую клумбочку для того, чтобы они у меня не замокли и выжили. Ну вот они у меня сейчас пока развиваются хорошо, цветут. Здесь белый и розовый цвет, 3 кустика. И сзади там еще один череночек мой, который я делала сама. Но для вересков нужна кислая почва. Они растут только на таких грунтах. И вот для этого я делала специально такую для него, для вереска, вот такую маленькую-маленькую корзиночку. Она была оплетена ивой. Ну вот, трубки вот эти остались. Сейчас мы дополним еще между трубками, еще поставим материал, такие же вот палочки. И буду оплетать по новой свою вот такую небольшую корзиночку. Ширина небольшая у нее. Еще в центре посадила сюда гортензию. Называется Magical Fire. Ей 2 года, она цветет, все хорошо. Грунт, я думаю, что ей подходит здесь. И, в общем-то, она с подкормочками растет вот здесь пока на возвышенности. Сейчас хочу вот все обновить и сделать как надо. Ну, снимаю сама. Рядышком у меня никого нет. Постепенно буду делать и показывать. Ну, тут, в принципе, ничего сложного не будет. А сюда сейчас добавим, знаете, что взяли лыжные палки. У них очень они прочные. А наконечник такой острый, знаете, заостренный. И, в общем-то, нарежем сейчас еще 6 штук сюда. И между каждым, вот этой, между трубочками, 6 таких вот еще отрезков плотной вот этой вот хорошей такой трубки поставим сюда. И, в общем-то, я начну свое плетение. Что получится, я вам покажу. Это несложно, процесс недолгий. Я уже это делала, практика есть. Поэтому сейчас все сделаю и вам покажу, что получилось. Но нарезать нужно такие, конечно, не очень толстые веточки, чтобы они хорошо прогибались. И в основном нужны такие вот однолетние побеги. Ну, мы вот набрали то, что набрали. Буду смотреть, конечно, по ходу работы, как они будут гнуться. Но я так проверила, хорошо вроде все изгибаются нормально. Они долго служат. И, в общем-то, из этих таких вот веточек плетут и заборчики делают на даче. То есть очень такой вот интересный декор получается. Мне это очень нравится. Ну вот, я решила сделать пока только корзиночку. Ну вот такие палочки я расставила между большими трубками. То есть они тоже прочные. У меня до этого вообще такие стояли палки. Обыкновенные такие, прослужили 3 года. А это вот такой вот пластик, очень крепкий. И, в общем, надежный. То есть они еще будут служить долго-долго. Ну вот сейчас выложила 3 прута. Хотела вам просто показать принцип. Вот смотрите, отсюда начала. Принцип, ну знаете, как оплетывается так. Потом сюда, вовнутрь, потом наружу. Вовнутрь, наружу. И вот так каждый вот этот штырь металлический вот так обводится. Заканчивается иногда и вот так. Ничего страшного, можно будет потом вот так здесь секатором обрезать. Это все или подогнуть туда. Здесь вот толстый, он такой самый первый я положила толстый. Здесь вот они уже потоньше идут, смотрите. И вот так же сейчас опять вот здесь началось. И вот тут закончилось. Сейчас покажу. Вот он прутик маленький. Вот он, я его туда подложила. Здесь закончилось. Сейчас опять отсюда же, только уже по-другому. Сюда буду вести и уже по-другому. Вот здесь пойдет оплетка, сюда, то есть наоборот. Вот это плетение будет. То есть это несложно, нужно только немножко так вот поприжимать туда вот вниз, чтобы она поплотнее там лежала. А так, в принципе, не очень-то это трудно это делать. Высота будет примерно где-то 15 сантиметров, 12-15 сантиметров у нас штыри. Достаточно будет, потом немножко разложу еще вот этот грунт и сравняю все, выровню, потом покажу. Ну, буду продолжать. Ну, вот такая оплеточка у меня получилась вокруг корзиночки. Высота вот так она у нее. Но сейчас нужно сделать, конечно, ручку.
а позже уже разровнять грунт, все выложить, полить, тут все хорошо сделать. Сейчас добавлю еще, у меня есть хвойный опад, добавлю, все распределю хорошо. Ну давайте поставим ручку, я подобрала палочку такую, сейчас я вам покажу. Я вставляю просто вот в трубку, трубка у нас такая полая, так, и вот сюда вставим еще. Сейчас все посмотрим. Сильно короткую ручку делать не хочу, конечно. Повыше чуть-чуть. Ну-ка. Сейчас посмотрим вместе с вами. Ну, вот так, по-моему, идеально. Да, высота хорошая. Гортензия пока у меня маленькая, зацветет. Она обойдет эту ручку. И думаю, будет все нормально. Ну, вот такого плана пока. Сейчас все сделаю с грунтом и покажу уже в конечном итоге. Вот так выглядит корзиночка. Все сделала, разровняла грунт, подложила там по краешкам шишки, чтобы грунт через щелочки особо не высыпался. Добавила хвойный опад, все пролила, подкормила верески, разложила шишки, поставила охранника с такими глазами, которые вечером светятся, и закончила свою работу. Вот так выглядит она у меня на сегодня. Еще прослужит долго. Надеюсь, что будет красиво в этой корзиночке цвести еще и метельчатая гортензия. Ну, всем спасибо за просмотр. Спасибо, кто заходит на канал. Всем очень рада. До новых встреч!